Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alex Kinder Toys. Сегодня будет распаковка и обзор крутых виниловых фигурок Funko 5 Stars Гарри Поттер. Мы откроем Альбуса Дамблдора, Рубиуса Хагрида и Гарри Поттера. Будет интересно, поехали! Начнем с Альбуса Дамблдора. Всего в этой коллекции Funko 5 фигурок. Есть еще Рон Уизли и Гермиона Грейнджер. Надеюсь, я их когда-нибудь приобрету. Красивая коробочка, хорошо все упаковано. Отлепляем. Помимо фигурки есть аксессуары. Это круто. Маленькая бузинная волшебная палочка. Шикарный феникс Дамблдора по имени Фоукс. Сидит на золотом насесте. Красивая раскраска у него. Каждая перышко сделана объемным. В основании насеста есть углубление, ведь когда приходит время перерождаться фениксу, он воспламеняется, сгорает, пепел сюда осыпается, и из него появляется маленький феникс. Директор Хогвартса Альбус Дамблдор. Одет в фиолетовую мантию с длинными рукавами. На голове у него прикольная шапка в цвет мантии с прикольными узорами. Очень длинные седые волосы у него и точно такая же борода. Как обычно, стильные очки-половинки. Очень добродушное лицо у него. Ручки у фигурки двигаются. У каждой фигурки есть свой серийный код. Качество отличное. В руку профессора можно вставить его бузинную палочку. Шикарная фигурка. Следующим давайте откроем Гарри Поттера. С Гарри целых 3 аксессуара идут. Волшебная тисовая палочка Гарри Поттера, сердцевина из пера Феникса. Письмо из Хогвартса, которое пришло Гарри Поттеру с приглашением пройти обучение, которое так сложно было ему вручить. Сзади даже печать есть и знак Хогвартса. Классная белая сова Букля, питомец Гарри Поттера. А вот и главный герой, Гарри Поттер, одет в школьную форму Гриффиндора. Видно разноцветный галстук у него, черная мантия с капюшоном. Как всегда, растрепанная прическа, из-под которой торчит шрам в виде молнии. Одет большие круглые очки, очень радостный. Гарри Поттер идет на первый курс, еще совсем маленький. Ручки у фигурки двигаются. Крутится голова. Великолепная фигурка. Так же, как и Дамблдора, Гарри Поттера можно вставить в руку палочку. Вот такой классный Гарри Поттер. Осталась последняя коробочка с Рубиусом Хагридом. Розовый зонтик Хагрида, в котором спрятаны обломки его волшебной палочки. При помощи этого зонтика он может иногда колдовать. Белая коробка с тортом. Happy Birthday, Гарри. С днем рождения, Гарри. Этот торт Хагрид подарил Гарри Поттеру на его 11-летие. Торт немножко помялся, так как Хагрид на него нечаянно сел. Но надеюсь, от этого вкусовые качества не изменились. Самая крупная фигурка, конечно, ведь Рубиус Хагрид это полувеликан. Одет в обычную магловскую одежду, чтобы доставить Гарри Поттера в косую аллею. Выглядит фигурка круто. У нее очень пышные лохматые волосы и борода. Добродушный взгляд. Ручки у фигурки не двигаются, голова тоже. Самая тяжелая фигурка. В руку Хагриду можно вставить зонтик. Замечательная фигурка. Вот такие шикарные фигурки по миру Гарри Поттера пополнили сегодня мою коллекцию Funko. Фигурки отличного качества, хорошо проработаны и с крутыми аксессуарами. Надо обязательно докупить Рона и Гермиону. А вам понравились эти фигурки? Напишите в комментариях. Всем пока! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку, сегодня без сладкого.